Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Suzuki GSR 400 с аукционным номером 0716, последней цифрой номера рамы 2845. Такой вот мотоцикл в довольно-таки бодром состоянии весь. Как по технике, так и по внешности присутствуют элементы тюнинга. Рассмотрим его более подробно. Установлена маска. Вся целенькая, все замечательное. Ветровое стеклышко прозрачное, абсолютно без нареканий. Все так же целенькое. Фара вся целая, установлена. Диоды в габаритах. Ближний дальний ос. Лампа также стоит диодная. Очень хороший свет. Переднее крыло целое, не ломное. Есть небольшая потерка такая минимальная. Вилочка абсолютно сухая. Перья вот. Зеркало в отличном состоянии. Передняя покрышка на 4 с плюсом. Даже прям пятерочку можно поставить. Тормозные диски без следов износа колодки. Процентов 60-70 в остатке менять не нужно будет. Радиатор соты, все целенькие, ровненькие, поворотник. Все замечательно установлено. Нестандартные грипсы, грузики, рычаги. Все целенькое, также нестандартные зеркала. Стоят с этой стороны все так же целенько. Зеркала антибликовые со синим стеклом. Бак с этой стороны весь ровный, без вмятин. Покрашен покрытие также в довольно хорошем состоянии. Пластиковая накладка на бак с поворотника. Все целенькое, замечательно установлены дуги защитные. Небольшие потертости на дугах присутствуют. Тюнинговый глушитель установлен. Такой вот киль карбоновый. Лапки, подножки, все целенькое. Сидушечка оригинальная, не перешита. Материал еще мягенький. Боковой пластик целый, все целенькое. Вот такая небольшая потерка на нем есть. Небольшой, буквально недочетик. Тюнинговые трубы. Поворотники целые, хвост целый. Все оригинальное. Задняя покрышка в комплект передней, также в очень хорошем состоянии, замена не требуется. Мотоцикл оснащен системой ABS, ABS рабочий. Небольшой ребор на тормозном диске присутствует, колодок также 50-60% в остатке, менять не надо будет. С этой стороны у нас лапки, подножки, все целенько, все замечательно. Цепь смазана, звезда не съедены, зубья не потянуты, также без замены, натяжка менее чем на середине. С этой стороны пластик весь целый, бак ровный, без недочетов. Под двигателем также установлен дуга с минимальными такими потертостями. Киль весь целый. Так. Пробег на мотоцикле 41 719 километров. Выжимаем сцепление, запускается. Двигатель работает ровненько, без посторонних шумов. Приятный звук от стандартного выхлопа. По световым приборам поворотник один, второй все работает. Ближний, дальний подключается. Сзади также все исправно, стоп-сигнал исправен. Ну, сделаем небольшую пробку. Так, зафиксируем датчик АБС. Сейчас светится с индикатора АБС. Да. Прокатимся на второй передаче. Третья. Все замечательно переключается. Все полностью исправно. Переключается плавненько, мягенько, без посторонних шумов каких-либо. Нейтраль мотоцикл ищет легко. Индикатор АБС у нас погас, АБС полностью исправно. Более подробную информацию можете узнавать у наших менеджеров.